Начинаем джьоти медитацию. Сядьте с прямой спиной. Глаза пока остаются открытыми. Руки расслаблены и лежат на коленях ладонями вверх. Сделайте глубокий вдох и дышите медленно и равномерно. Посмотрите на пламя свечи прямо перед собой. Теперь закройте глаза и начните представлять это пламя с его теплым золотистым светом. Представьте, как пламя к вам приближается все ближе и ближе. И ощутите, как оно входит в вас через центр лба, между бровями. Позвольте пламени спуститься в ваше сердце. И представьте, что ваше сердце — это цветок лотоса, чистый и белый. Когда пламя входит в ваше сердце, представьте, как лепестки лотоса раскрываются один за другим, омывая светом каждую мысль, чувство и эмоцию, и убирая из них всю темноту. Теперь ваше сердце наполнено светом, любовью и миром. С этим светом вы теперь полны любви и чистоты. Представьте себе, как свет в вашем сердце становится все шире, больше и ярче, и распространяет свои лучи вниз по рукам, вплоть до ладоней, наполняя обе руки светом. Теперь ваши руки наполнены светом и стали инструментами света и любви. С этой любовью вы будете творить добрые дела и служить всем. Теперь визуализируйте, как свет в вашем сердце распространяется вниз по телу, медленно спускается по ногам, к ступням, и наполняет светом обе ноги. С этим светом вы пойдете только в хорошие места, где есть любовь, свет и мир, и будете встречать только хороших людей. Теперь позвольте свету распространиться от сердца к вашему горлу. И окутайте светом язык и рот. Ваш рот и язык теперь наполнены светом. Благодаря этому свету вы можете говорить мягко, говорить только правду и только то, что действительно необходимо и полезно. Медленно свет поднимается к ушам. Наполните ваши уши светом. С этим светом вы будете слышать только хорошее. Теперь распространите свет на глаза, наполнив их светом. И снова сконцентрируйтесь на свете. С этим светом вы во всем будете видеть только хорошее. Теперь представьте, как свет входит в ваш лоб и наполняет вашу голову светом, очищая ваш ум.
теперь и ваша голова наполнена светом. И с этим светом исчезают все нездоровые и негативные мысли. Здесь нет больше места тьме, и у вас будут только хорошие мысли. Представьте, что свет в вас начинает сиять все ярче и ярче. Позвольте свету сиять вокруг вас, окутывая вас сиянием любви. Теперь представьте Бога в той форме, которая вам наиболее близка, и предложите этот свет Богу. Теперь начните расширять этот свет. Окружите им своих близких, членов вашей семьи, друзей и особенно тех, кого вы считаете своими врагами. Пусть они наполнятся светом, любовью и миром. Позвольте свету распространиться на весь мир, чтобы все человечество, животные, растения и все живые существа были наполнены светом. Пусть вся Вселенная наполнится светом. Теперь представьте, что есть только свет, и что вы являетесь источником этого света. Свет внутри вас. Вы едины со светом. Теперь посидите некоторое время в тишине и погрузитесь в этот свет, в любви и покое, зная, что ты можешь быть таким всегда, что все идеально и все так, каким оно и должно быть. Thank you.